프레스발 초이스 경쟁 부분 상영작이기도 하고 올해 그 EIDF에서 진행하고 있는 여러 가지 프로그램들 중에 전쟁과 다큐멘터리, 진실과 기억의 조각들이라는 소 프로그램이 있는데 그 프로그램의 일환으로 상영하는 전쟁일기, 전쟁일기를 연출하신 우리 감독님 하콥 멜코난 감독님 모시고 저희 상영 후 토크 진행하도록 하겠습니다. 원래 감독님이랑 저희 영화에 대한 이야기 그리고 지역적인 주제 그리고 현재 이런 상황에 대한 관심이 있으실 것에 대한 물어보신 것 같은데 이야기를 좀 나눠보려고 한 시간 정도 저희가 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 그리고 함께 오신 피리님도 우리 이런저런 이야기를 좀 같이 나눠보는 순서를 마련해보도록 하겠습니다. 먼저 멀리서 오셨, 지금 아르메니아랑 프랑스를 왔다 갔다 하시면서 오가면서 작업하고 계시는 걸로 알고 있는데요. 먼저 우리 감독님과 피디님 인사 말씀 Здравствуйте, очень приятно. Для меня большая честь сегодня быть здесь. У нас это Севиль. Первый раз у меня в жизни. У вас очень красивая страна. Да, я уже 10 лет живу во Франции, я там работаю как кинорежиссер. Ну, я армянин, родился и жил в Армении. В основном я как режиссер работаю во Франции, сделаю фильмы, французские фильмы основные. Ну, бывает иногда, что как внутренняя нужда, да, хочется как-то сделать армянские фильмы тоже, да, потому что там много чего есть рассказывать. Просто хочу продолжать. Почему мне есть что-то сказать? Потому что я как-то родился в советском Армении, а были очень маленькие, когда Советский Союз рушился и рухнул. И начинали все эти войны, да, были в Армении, Азербайджане. И я был очень маленький, я вот вырос в этой войне. И поэтому мне много чего еще надо рассказывать через кинематографию. Здравствуйте, меня зовут Великий Альбян, я продюсер фильма. Очень приятно видеть вас всех здесь. И спасибо всем организаторам, что наш фильм представлен на этом фестивале. Просто кратко скажу, что фильм совместное производство Армении и Франции, потому что Армения, да, очень богатая страна в плане культуры и истории, но, к сожалению, для того, чтобы снимать фильм в четырех странах, средств мало для таких больших фильмов, поэтому нам здесь помогли наши французские партнеры, и мы вместе создали вот такой фильм, который отражает историю всех народов, почти всех народов Советского Союза. И хочу просто сказать, что это не фильм про или против кого-то, это просто фильм против войн, всех войн на всем свете. 네, 이 영화 자체도 그렇지만 이 영화에서 담고 있는 여러 가지 이야기들을 좀 생각해 보면 굉장히 많은 정보들이 좀 백그라운드의 정보들이 좀 필요하지 않을까라는 생각을 좀 해봤습니다. 특히 전면에 드러나는 영화의 배경은 우크라이나 전쟁이죠. 지금 진행되고 있는. 하지만 그 이면에 깔려 있는 이야기들은 조금 거슬러 올라가면 그리고 아르메니아 이야기 그리고 소비에트 연방이라고 하는 소련 시대 그리고 그 89년 전으로 해가지고 소련이 붕괴되고 나서 있었던 그 독립국가연합이라고 하는 CIS 국가들이라든지 역사들까지 다 커버를 하고 있는 그러니까 그런 정보들이 좀 필요한 그래서 그러면 좀 우리가 좀 예를 쉽게 할 수 있는 그런 영화라는 생각이 좀 들었어요. 제가 아까 이제 들어오기 전에 감독님한테 이제 그 사실 그 독립국가연합이라고 해서 그 소련의 각국 소련에서 그 소련 붕괴되고 나서 국가들이 독립을 하고 나서 여러 나라들이 모여서 독립국가를 만들었는데 그 중에 일부 국가는 아시아, 또 일부 국가는 유럽에 속하고 이런 게 좀 나눠지면서 그 한국하고는 좀 거리가 좀 더 멀어진 지점이 있죠. 한국에서는 특히 그런 지역 국가들 영화들이 뭐 그 영화제들을 통해서는 카자흐스탄 영화라든지 그런 우리가 보통 중앙아시아라는 지역의 국가들의 영화들이 들어오긴 하는데 여기서 나오는 아제르바이잔이나 이런 지역의 영화들은 한국에 더 속이 되는 게
이게 넘게 됐어요. 저도 영화를 많이 보는 직업이긴 한데 그래도 저도 몇 개 보지를 못해서 하나님께서 말씀드렸지만 2012년에 그 부산국제영화제 통해서 지원받고 그 완성되었던 다큐멘터리 중에 그 타마라 스테파니안이라는 여성 감독님이 비슷한 배경이죠. 아르메니아에서 태어나서 레바논으로 가셨다가 레바논에서 프랑스로 가셨다. 그분이 그 여성 감독이 자기 할머니에 대한 그 역사를 추적하는 기억을 추적하는 다큐멘터리를 만들었어요. 그 기억의 잔상이라는 영화인데 그 영화 이후로도 저도 아르메니아에 관련된 영화를 거의 본 적은 없어서 제가 여쭤봤더니 그분이 프랑스에 계시거든요. 여쭤봤더니 굉장히 친한 친구분이시라고 그러셨어요. 그 영화는 그 할머니는 1920년대 아르메니아가 독립을 했을 때 소련으로 편입이 되면서 적극적으로 공산당 활동을 하고 했었던 할머니에 대한 이야기예요. 그래서 1920년대는 사실 아르메니아는 굉장히 중요한 시기이기도 하죠. 그래서 감독님이 저희가 이제 잘 모르니까 1920년대 정도부터 해서 요 세계 2차 세계 대전에 왜 그런 소련군대 이런 일부로 그렇게 이제 그 우크라이나까지 넘어가게 되었는지 이거에 대한 어떤 간단한 설명을 감독님이 조금 이제 후다적인 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. Значит, если эти 1917 году, когда начинался Советский Союз, да, в начале Советского Союза, Армения тоже там был один из 15 стран Советского Союза. Вот почти 18 лет, да, да, Армения был в составе Советского Союза и мы были как часть большой страны, да, России, можно так сказать. И все исторические события, которые произошли в это время, Армения, да, как грузины, азербайджанцы, все оставшие народы, они тоже участвовали все таких все, что происходило в это время. Вот поэтому, когда начиналась Вторая мировая война, все страны Советского Союза, в том числе и Армения, да, армяне, они вошли в войну, чтобы сразиться свой большой страной, да, Советский Союз. Поэтому армяне основные были вынуждены пойти и сражаться. И как один народ, как братцы, они вместе сражали против немцев, фашистов, Германии. И когда 4 года тому назад мы нашли боевой путь моего деда, там фразу, которая меня как-то очень сильно тронула, это тот фраза, когда он написал, как мы с братьями, да, азербайджанцами, грузинами, украинцами, вместе уезжаем в армию, чтобы сражаться плечо на плечо против немцев. Это меня очень сильно тронуло, потому что после ухода Советского Союза, да, в мое поколение, это не знает. Потому что все эти народы, которые мой дед там говорят, они все сейчас рождают и убивают друг на друга. Вот это является центром моего фильма. 네. 방금 언급하셨던 국가들, 그 그루지아라고 저희가 2015년까지 부르다가 요즘은 조지아라고 부르는 그 트빌리시가 수도 있는 국가이죠. 조지아는 요즘 또 영화도 굉장히 많이, 좋은 영화를 많이 만들고 있는 국가 중에 하나이기도 합니다. 조지아랑 아제르바이젠 그리고 우리 아르메니아 이렇게 묶어서 코카서스 삼국이라고 한국에서는 그렇게 부르죠. 외국에서는 제가 잘 모르겠습니다. 제가 자꾸 무슨 역사 설명을 해서 시사 설명을 좀 그렇긴 하지만 말씀하셨던 것처럼 아제르바이젠이랑 아르메니아는 또 굉장히 지금도 계속 전쟁 중이기도 하고 그리고 특히 그 주변 국가들 뭐 터키라든지 이란 이런 나라들하고 다 국경을 맞대고 있어서 터키하고에도 굉장히 안 좋았던 역사적 그게 또 얼마 전에 뉴스에 굉장히 크게 나섰던 적이 있죠. 터키에 아르메니아인들 집단 학살을 인정하느냐 안 하느냐가 얼마 전에 뉴스에 크게 한번 난 적이 있죠.
Если можно, я просто буду добавлять. Вначале вы рассказали, чтобы рассказывать историю Армении. Вот почему армяне вошли в Советский Союз вначале. Потому что половина Армении во время 1915 году, половина Армении, да, были захвачены с турками, и они там сделали геноцид, да, убивали почти 1,5 миллиона армян. После этого основная часть Армении, которая сейчас называется Республика Армении, он вошел в состав Советского Союза, и вот так армяне сохранили свою жизнь. Да? А почти 100 лет спустя, да, 20 году, да, 2-3 года тому назад, Азербайджан снова с турцами атаковали в Армению, да, там взяли, оккупировали Карабахский регион, убивали много армян, и сейчас каждый день они страдают, потому что до сих пор нет мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. 네, 뭐 국제 뉴스 관심이 있으신 분들은 다들 아시겠지만, 그래서 터키가 집단 학살을 인정하느냐 안 하느냐, 그리고 얼마 전에 미국 대통령 그 바이든이 뭐 그걸 제노사이드, 집단 학살이라고 이야기를 하면서 그 굉장히 또 긴장이 있고 그랬죠. 저희 지금 약간 무슨 국제 뉴스 뭐 이런 느낌이 좀 있지만, 네. 이제 이 정도의 영화의 시대적인 배경들을 전체로 깔고 저는 영화에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 감독님 이야기를 영화를 보신 분들은 아시겠지만 기본적으로는 그 전쟁 일기, 그러니까 전쟁 기간 동안 그 여정을 기록했던 할아버지의 일기에서 시작을 했어요. 그래서 처음에 프로젝트를 시작하시게 된 뭐 영화 속에서 이제 일기라는 그때 모멘텀이 있었겠지만 기본적으로 프로젝트를 시작하게 되셨던 계기와 과정들을 조금 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. как я уже сказал, 4-5 года тому назад из Москвы, военный архив Москвы, отправили вот письмо у меня в семью. Там вот мы нашли дневник моего деда, фотокопия, да? Еще там была бумага, это был свидетельство о смерти, да? Бумага такая. Это был, конечно, шок для всех, для меня тоже, потому что почти 100 лет спустя дедушка поехал в войну, был без вести, после 43-м году никто ничего не слышал про ней, и почти 100 лет спустя вот приехал это письмо, я начинал просто читать, как внук деда, потому что очень интересно. А потом там я встречал эту фразу, которую я только что сказал, там, когда там он рассказывает, что я с моими братьями, азербайджанцами, грузинами и так далее, уезжаем вместе плечо на плечо в войну против фашистской Германии. Вот когда я читал это письмо, я сказал, ну это невозможно, потому что мои поколения не знают такого. Мы сейчас убиваем друг друга. Как можно мой дед говорить, что они были братьями, да, раньше? Вот у меня получилась идея этого фильма, чтобы начать взять путь дедушку, да, все эти страны, которые он убивал во время войны. Я тоже хотел просто поехать и снимать. Но интересно то, что когда я начинал писать этот сценарий, да, имею в виду документы для съемки, еще это время не были войны, серьезные войны между Арменией и Азербайджаном, да, Второй войны, как мы говорим, и не была война между Украиной и Россией. И когда я начинал уже в съемке, все эти войны я просто вот так начинал снимать, это происходило во время съемки. Я это не ожидал, и это негативный сюрприз, да, моего фильма. Ну, я просто вот хотел пройти через боевой путь моего деда и встречаться с ветеранами, людьми, которые были сражались с моим дедом, да, родственниками моего деда, и еще встречаться молодыми
поколений, да, моего поколения людей, и разузнать эти два мнения, да, мнение молодежи и ветеранов, стариков, люди, которые сражались, были братьями, сражались вместе, а еще молодые люди, да, мое поколение, которые родились после Советского Союза и не знают этот братство и убивают друг друга сейчас. Вот я просто хотел показать этот контраст между этих двоих поколений. Тиокпада, Седепада, 이렇게 좀 다른 내용들, 그리고 어떤 그런 시민들이나 뭐 세대마다 어르신들, 전쟁을 겪었던 어르신들, 그리고 지금 젊은 세대들의 생각들을 대비해서 하는, 이렇게 보여주는 장식 자체도 좋고, 굉장히 시의성 있는 어떤 그런 내용들이 나오고, 그래서 좀 더 흥미로운 지점들이 있었지만, 또 사실 영화를 보면서 되게 좀 저한테 되게 흥미로웠던 게, 그 여정을 가는 과정이 기차를 통해서 이렇게 이동을 좀 하죠. 근데 제가 조금 과정에서 좀 감정이입을 해보면 사실은 역사에 되게 중요한 순간을 등장하는 게 기차의 어떤 이미지이기도 하고 특히 그 소련의 역사에 있어서 기차가 차지하는 역사와 이미지가 굉장히 조금 크긴 해요. 그래서 기차를 통해서 여정을 가는 장면들이 영화에 계속 이렇게 들어와 있고 그리고 기차를 통해서 이렇게 보여지는 여러 가지 풍경들이 인상적이긴 한데 그런 부분들은 어떻게 이렇게 의도를 가지고 준비를 하셨는지 Хороший вопрос, спасибо. Да, для меня очень важно снимать через поезд, потому что каждый, когда мы слышим голос моего деда или читаем текст, да, текст моего журнала, моего деда, основное я показываю в поезде, да, эти части. Вначале это для меня важно, потому что мой дед из Армении проехал через Грузию, половину России с поездом. Он поехал в фронт, да, через поезд. А сейчас просто из Армении невозможно через поезд пойти в Россию, потому что там закрыта страна, да, между Грузией и Россией есть война, да, там насчет Абхазии, а эта дорога уже закрыта. А поэтому я хотел показать людей, что во время моего деда этот маршрут поезд работает, а во время моего поколения это уже не работает. Люди не могут просто вот так пойти. Это первое. А второе, просто я хотел дать какой-то динамику фильму и рассказывать историю, основной части историю моего деда через поезд. Это уже кинематографическая точка зрения, да? К чему-то часть сканкова, чего сказать? 질문 혹시 있으시면 제가 좀 받아보도록 하겠습니다. 그 운전 그 여행 중에 만난 어떤 여성 운전자분이었는데 그분께서 이제 얘기하시기를 독일에 맞서 싸웠다고 얘기를 하면서 유럽 연합을 정치적으로 되게 나쁘게 보는 듯한 이제 코멘트를 주셨는데 그렇다면 요즘 세대의 지역 청년들은 아제르바이잔과 이제 조지아에 대해서 이렇게 적대심을 갖는 플러스 유럽 연합 정치에 대해서도 모두가 좀 이렇게 적개심을 갖고 있는지 그렇다면은 좀 외로울 것 같아요. 그 어떤 동지도 없고 우리는 모두에게 우리 주변을 둘러싼 국가도 그리고 멀리 있는 자들도 다 적국이라고 생각을 하는 것 같은데 사실 냉정하게 하면 유럽연합의 영국이나 프랑스는 원래 이제 러시아와 함께 독일 나치에 맞서 싸우는 이제 원래는 그런 거였는데 어떻게 해서 조금 다 이렇게 모두를 적으로 생각하고 이렇게 불편한 상황이 처해지게 되었는지 좀 그런 것들에 대해서 혹시 아신다면 좀 해보십시오. Честно говоря, это надо Путину задать этот вопрос. Но я думаю, что как в фильме уже там есть этот час, когда я разговариваю с одной из молодых женщин, и мы думаем, что Путин хочет снова создать Советский Союз. Снова, да, как в раньше. И поэтому он хочет взять все эти маленькие страны, да, республики, которые раньше были в составе Советского Союза, в том числе Украина, Армения. Поэтому сейчас в большом регионе
везде сильные боевые действия. Два года назад это были в Кавказе, между Арменией и Азербайджан. Сегодня между Украиной и Россией. Я думаю, что завтра будет в Центральной Азии, не знаю, там Казахстан или Туркменистан. Но Россия, имею в виду Путин, никогда не будет перестаться, если он не дошел к своему телу. И я хочу добавить, что именно во всем фильме можно узнать, что режиссер показывает, что несмотря на то, что все эти страны воюют между собой, но именно простые гражданины, и несмотря на то, что они за Путина или против Путина, никто не хочет войны. Вся мысль, да, цель этого фильма показать, что обычные люди хотят жить мирно, а армянин хочет убивать азербайджанца. Я хочу быть уверен, что в обратном случае тоже так. Украинец не хочет убивать русского и так далее, и так далее. Все обычные люди хотят просто жить в мире. И как говорится в фильме, одна пожилая женщина так говорит, если кто-то хочет земли, да, всех хватит этой земли, все мы можем жить на этой земле просто свободно и без войны. Вот это меня поразило в фильме, что каждый раз, когда я встречаю там людьми разных поколений, все они хотят мира, все. Там, конечно, есть пропаганда, когда люди там любят Путина и так далее, но даже эти люди, они хотят мира. Вот это самое главное, что я получил во время этого поезда. Да. 개인적으로 아르메니아어를 할 수 있는 사람을 알아보니까 한두 명만 있더라고요. 그만큼 어려워서 아마 PD 선생님이 굉장히 힘드실 거라고 생각합니다. 그런 의미에서 그 영화에서 두 가지가 제가 여쭙고 싶은데 하나는 맨 마지막에 할아버지 이름을 그 전전비에서 찾는 게 굉장히 감동적이었는데 이름이 틀리게 거기에 들어가 있거든요. 그래서 그걸 고칠 수 있었는지 혹은 고칠 계획이 있는지 한번 여쭤보고 싶고요. 이건 좀 엉뚱하지만 중간 그 방공호 찾는 장면에서 그 총알을 그 발견하죠. 그리고 그 총알을 가지고 흙은 이것을 그 삼키지 않고 토해낸다. 이런 참 아름다운 대사가 있던데 그 말이 있던데 그것이 아르메니아어로 제가 듣고 싶은 거예요. 해주실 수 있는. Спасибо большое за ваши вопросы, очень интересные. Первый вопрос, да, очень трудности я нашел место, где сохраню. И там в бумагах они правильно написаны, но там эти скульптуры, да, которые сделали вот там работу, они неправильно писали имя деда. Но после съемки мы поговорили с мэром города. Он нам обещал, что обязательно будет исправлять эту ошибку после окончания войны между Украиной и Россией, потому что там, где мы нашли кладбище деда, там сейчас военные действия идут. Снова. Второй вопрос. Вот фраза, когда земля не принимает пуля, это такое философское, да, значение, что земля не берет все такие грязные вещи, которые убивают людей. Матерь-земля, да, не может взять все эти грязи. И она выбросит. Гога чинтунум. Сангасац кертот аралька, горы каравы марксманы. Спасибо. Не за что. Все, чего не смогла, так вам довода богу, чем не вливаться. То, видан, хамар, тупкея, оттен, чпани, респекту, хамар, дэн, дэн, Амбриду, Сурен-си-дэн, дэ, Армения-сан, санашок, то, сонин-росо, хэвэ,
프랑스에서 사신 분으로서 굉장히 궁금한 게 저도 저희 어머님 쪽에 어머님의 아빠, 엄마 양쪽에는 그 대학살 때문에 이제 제2차 세계전쟁에서 터키 중앙지방에서 이제 퇴비하시고 교사만 하신 분으로서 상처가 많아요, 집안은. 네. 근데 해외에서 오랫동안 살았던 사람으로서 2, 3년 전에 이제 아싸 그 제2의 전쟁 보면서 절망에 빠진 약간 해외 아메니아인도 그렇고 국내에서도 국민도 그런 것도 뭐 기본이긴 한데요. 언제보다도 어떻게 아메니아 나라로서 살아남을 수 있을지 생존할 수 있을지에 대한 뭔가의 답이 거의 없다고 보고 있는 그런 생각 들더라고요. 그래서 해외에서 살아오신 분으로서 또 국내에서 사신 분은 이게 아제르바이잔은 나중에 진짜 아르메니아 삼켜버릴까? 터키의 도움으로 어떻게 살아남을 수 있을까? 감독님 입장에 어떻게 좀 의견 좀 들었으면 좋겠습니다. Очень тяжелый вопрос, потому что после упада Советского Союза Армения в военном положении с азербайджанцами, и можно сказать, каждые 10 лет бывает сильный столкновение, много людей умирают. Честно говоря, я не знаю, какого решения будет, какова будет судьба Армении, да, в будущем. Думаю, что это цивилизованный мир, да, наверное, должен сказать свое слово и защищать Армению. Или, не знаю, наверное, солидарность Армении, армян в мире, да, диаспора Армении, вместе создать новое государство или сделать более сильное Армению, чтобы враги Армении не смог атаковать и убивать армян. Я думаю, для меня это солидарность всех армян в мире, диаспора армян, например, в Корее, в Америке, в России, не знаю, везде, потому что у нас почти 10 миллионов, да, в мире. В Армении сейчас живет 3 миллиона армян, а в мире 10 миллионов. Если все эти армяне будут вместе сражаться, да, защищать свою сторону, родину, то тогда надежда есть. Если нет, то не знаю, что будет. Ничего хорошего не будет. 저희 사실 뭐 거의 시간이 다 돼가지고 네, 이렇게 좀 마무리를 하긴 해야 될 것 같은데 그 뭐 영화 보러 오신 것만으로도 충분한 어떤 그런 지시가 되겠죠. 그 관심 있으시면 검색도 열심히 한 번씩 해보시고 이렇게 뉴스에 나올 때마다 좀 더 관심을 가지고 그리고 그쪽 저희랑 너무 먼 나라이긴 하지만 그런 나라 그 지역의 국가들에 대해서 어떤 일들이 일어나고 있는지를 조금 더 신경 써서 이렇게 관심 있게 우리까지 이렇게 계속 확인하고 하다 보면 또 이게 서로간에 또 좋은 서로간의 역할을 좀 할 수 있지 않을까 합니다. 저희 짧게 마지막 마무리 인사 부탁드리고 팀을 좀 참고. 네, спасибо большое. И правда, если вы смотрите этот фильм, значит вы уже знаете про Армению и хотя бы так можете поддерживать нас именно для режиссера. Этот фильм считается методом, с помощью которого он обороняет свою страну. Да? Он не солдат, но он режиссер, и с помощью фильма, с помощью кадра он пытается что-то сделать для своей страны. Вот именно для этого мы здесь. И спасибо большое всем организаторам. Фестиваля, что наш фильм был на этом фестивале. Спасибо вам большое. И хочу еще сказать спасибо тем сторонам, которые нам помогли создать этот фильм, потому что, как я вначале уже сказал, это фильм совместное производство Армении и Франции. Из Армении это документальная студия «Хайк», из Франции это фильм и Leitmotiv Production,
И спасибо большое, я хочу сказать, его капитану Кири из Франции, Сенсе Франции и Армении, еще Росивет, Нормандии регион и еще Нурал-Акитен регион. Спасибо большое всем за поддержку. Я хотел сказать мою благодарность, спасибо вам большое, всех организаторов этого фестиваля. Для меня, честно говоря, очень большая честь быть здесь и показаться корейским зрителям мой фильм. Ну, я еще хотел поблагодарить всех этих волонтеров, этих молодых ребят, которые так хорошо потрудились, хорошо работали. Я часто бываю в качестве жюри или показываю мои фильмы, бываю часто в фестивале в Европе. Я знаю очень хорошо работу волонтеров. Спасибо вам большое. Был очень-очень хорошо организован ваш фестиваль. Я эти все эти подключены. Эту поддержку я обязательно с собой заберу в Европу, Францию и Армению. Спасибо большое вам. Да, Кичан, как я тебе благодарю. 감독님 그리고 우리 PD님 그리고 말씀대로 수고하신 우리 스태프분들 다 같이 수고하셨습니다. 우리 팀장님 수고하셨고요. 네, 저는 박수 보내드리면서.